Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Египет в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну ты, конечно, даешь, ну. На, делай так, 13 секунд, качка. Шпион, я был... отдел. Не надо рассказывать сказки. Я тоже сейчас буду с ними держаться до конца. Спасибо за игру. ГГ. Счастливо. Еще два хода. Ну, как раз в корпуса выйду. Надо было сразу идти. Чуть я на американца. Качечка, я тебе давно говорю, не умеешь в ЦИВУ играть, не садись. Все, так я не сажусь, завязь. Стоя играешь, что ли? Так точно. Сандро меня не получил. Ну, честно, я не удивлен, потому что... Готов, негр, готов дружить. Я попытался, я облажался, что я... Ну, отдай мне лот за Краков, и будем дружить. Ну, ладно, дебей. Поляк, американец, предложение. Мне предложение дай. А, Сандро. Да. Как бы, Лёша. Ну тут Лёша думает, что не улетит, собирается выиграть по очкам, если тебя остановят. Ну вот, идет фармить очки на мне. Ну, как бы это ясно уже и до этого обговорили, как бы. Лёша, там тоже сделка. Что? Ну, я в плане победы по игре. Ну, как бы, мне же досидеть до конца и что-то делать, чем просто выйти. Ну, хотя так просто Кри бы всю игру так делал, что я просто... Ответная, Сандро. Сейчас. Ромашки есть. Ну тогда отменяй и заново бросай. Ну почему это я не вижу опять? Я не знаю, это... То есть кто торгует с тобой, что ли, или что? Ну да, в американцу сделку как раз закинул, у него там была. А, так у тебя скоро не будет от американца. Ну тогда и будем решать. У тебя много денег, и вот сейчас буду выходить в мушкет. Я могу задержать Лёху. Ну, как бы, это будет дольше. По крайней мере, 98-й ход. Ну, без проблем. Ты хочешь, ты говоришь. Я просматриваю твои предложения легко. Окей. Ну, я, чтобы заранее их объяснить. Как бы, так нет, вообще... Почему ты не хочешь со мной дружить? Кто?
Ну, во-первых, я хочу спросить, шотландец и германец, у вас когда дружба с Сандро заканчивается? Ну, у нас не дружба, а союз. Ну, хорошо, когда союз? Верный союз, долгий. Верный, долгий, до танков со союзом, не переживай. Ну, это у тебя, если вот так все игры заканчиваются, то, ну, мне тебя жаль. Не, ну немец, если ты сейчас пойдешь еще и на американца, то я тебе войну объявлю, а не ему. Вот это вариант. Дайте догнать, а то... Что за дела начинаются? Крим не так испортил игру этим войной на этом ходу, что... Не понимаю, зачем он так делал, если честно. Неужели у него там нету сверху? До сих пор там над столицей какие-то... Ладно, американцы... Лёш, пока не буду. А ты полностью хочешь американца взять? Ну, хотелось бы, да. Я тебе могу сказать, американец, я тоже не знаю этого мула. Вот я лично бы... Ну, честно, там есть место, где селиться, поэтому... Ты стал какой-то жертвой обстоятельств. Да нет, тут даже дело в том, что к американцу сложно идти, и у американца плюс 5 к силе на его континенте. Реально, Кри... Было удобнее или на меня нападать, или на араба. Я не знаю, почему он решил именно на американца это делать. Но он боялся же, он рассказывал, что типа, в любом случае, я его с лицом там посмотрел, если вы видели, так... то в 10-й ход я там резко вырвался. Ну хорошо, это делается легко, ты договариваешься, делаешь дружбу с человеком и все. Дружбу хотя 20 бы попробовать. Ходов, 20 я же ему предложил, на 5-м ходу. Встретились на ходу 4-м, я ему сразу предложил, сразу сказал нет, и сразу начал как бы воевать с 4-го хода буквально, просто не объявили на 10-м. Так вот, я про это и говорю, что это странный очень вообще мув, тебе сам американец говорит. Который с тобой с позиции силы обычно болтает, да, по поводу дальнейших действий, а тут... Мне бы еще каперов поднастроить на самом деле в морских моих городах. Блин, сюда что ли? Нет, давайте вместо пшеницы. Странно. Он мне еще не объявил, но... Если. Это как раз будет на американские города действовать. Технологии. Я пока без голоса буду пару минут. Я немножко не подготовился, отлично, просто поздно приехал. У меня уже клауды были, то есть город не пробил бы фрегат. Ну, так союз же кончишь только сразу, как только ты сразу. Ну, поэтому я и дал тебе такой. Ну что, замиримся? Зачем? Ну, вас смысл. Я вот твой флот разобрал, я могу 3 города сейчас забрать моментально. Разборщик заберун. Разборщик заберун, но потом приедет Сандро. Блин, вот я очень... Ну, спасибо, конечно, но я как-то должен ко всем, очень много меня должно быть, чтобы я ехал, я что-то... Я не знаю, кому-то ты приедешь, вот кандидатов у тебя очень много приедет.
Ну, так да, а почему я должен к тебе? Потому что ты черный, и только поэтому, да, или что? Да. Катечка, что ты? Я не понимаю. Умом негров не понять. Что мы хотим? Welfare. Куда мы хотим прямо сейчас? Что-то я могу уже войну объявлять. О, колониальная. Немец Лёша, у вас одинаковое количество очков. Если вы сейчас вдвоем меня будете пилить, вы ситуацию этим изменить. Общую пачку. Ну да. Больно бьешь-то. Карта на плюс 4, наверное, не знаю. Регистрация почты, всякое такое. Артём, если ты сейчас ничего не будешь делать, то как бы... Или вы тогда уже вдвоем объявляете войну, или просто ты там, ну как бы, с этого... Ну, ошибка будет потенциальная. Да-да, самое время ставить ультиматумы Германии. Так, либо ты мне объявляешь войну, либо... Хотя бы... Объяви ему сам войну, чё ты... Прикинь, нет, ну, Лёша, ситуация. Подожди, вообще трёх не с тобой разговариваю. А я с тобой. Вот так вот, Алексей. Ну я-то с ним разговариваю. Я не стал ходить в конце, чтобы ты не кричал. Хотя только сейчас переключился на эти юниты снова. Артём, ты здесь? Да, здесь. Ты что по поводу этого думаешь? Ну ты видишь, что он просто города? Это не районы, ничего, а просто счет. По науке он как бы... Я думаю пока. Чё-то мне не особо хочется. Он же, если ему этих очков не будет хватать, он дальше никогда пойдет. Даже может меня до конца не забирать. Если бы я хотел пойти на Артёма, я бы сейчас на него пошел без тебя. Бежали храбрые армяне.
будет Invictus. Блин, а где тут на 100% к этим ребятам? А, вот уже есть. Тоже надо поставить карточку будет. На морские. Надо каперов много пойдет уже. Это будущие подводные лодки. Я его не видел, честно. Фантом? Что? Ты как в плане на игру? Играю. Ну, целью. Цель победить. Не волнуйся, у Фантома все очень классно. Ты в несчастье повязнешь. Ничего страшного. Понимаешь, вот все, приплыли. А мы до скольки играем, кто помнит? До победы. Не. Виктор обещал насмерть. Да я тоже, в принципе, так не. Ты же хост, ты расскажи, до скольки. Я же написал в этой самой, что по договоренности, какого получается. Тем более мы вообще не играем не по тем правилам, вообще 10 человек. Да ладно, я в нормальный век вышел, что ли? Совершенно другая ситуация. То, что если намекаешь на правила твоей группы, хорошо, я могу просто решить, а если так, просто с человеческой точки зрения, я могу играть. Перед началом игры, когда еще ты вроде не зашел, то все договаривались о том, что играть, возможно, до конца, если не успеем, но будет видно, что мы не успеваем. Ладно, я понял. Ты же воюешь вроде, чё ты так это отвлекаешься? Юрош, ну ты серьезно считаешь, что это как-то, ну я не знаю, какой тут мне, можно ли это назвать войной? Ты воюешь, это да. Thank you.
Ну, предоставляет броненосец с плюс одним уровнем, да, можно сразу сделать. Кстати. Культуру забыл. Надо делать. То есть, где у нас тут Лян? Блин, я же их местами менял. Это что, сейф что ли был? Как? Раб, давай хоть ты со мной дружишь. Ой, блин, я их менял местами, реально. Я чуть против. Предложение, дружок, кара. Сейчас глянем. Качка, ну срок ты меня бы убил бы. Ну, возможно. Мы не имеем права это утверждать. Не, ты снова пошел бы на меня. Я твой единственный сосед, тебе некуда было бы жить. Некому пускать караваны тоже, понимаешь? Да, вероятность была. Ты пациент когда не пришел бы. Я попытался, не получилось, ну что делать. В следующий раз получится. В этот раз я отлично подготовился. Только поздно пришел. В роддоме спрятаны эти озеро. Что за роддом? Ну, в город роддом есть. Убился. Да, прикольно. Все для фронта, все для победы. Успел.
Араб, продай шпиона. Сколько не жалко. Может, за ресурс какой? Да не, деньги нужны. Ресурсы те сам могу в нагрузку дать. А, ресурс в нагрузку? Ну давай 400. А у тебя, по-моему, нету никакого ресурса, который у меня... Есть, есть. Игрушки, сахар. Ну да, 400 устроит? Давай 500. Да, не дура. Не, ну два ресурса хороших. Кинул предложение. А я не вижу. Да, я тоже кинул. Лисица. Я думал, Лёш, что на скорость будет забирать, или все равно медленно идёт. Что на скорость? Ну, забирать города. На кавалерии же ты пришел, ты не просто так, чтобы быстрее. Или это как по ветке шло? Подешевле. Я не понимаю, в чем вопрос. Что быстрее? Ну, забирать. Ну, тебе же никто не мешает. Так, я и... Я просто бью, и значит, не снимает. Лёс, давай я возьму тогда Нью-Йорк и Филадельфию, а тебе остальные города. Давай. Почему он бомбарда это называет? Игра почему-то называет... Вернусь обратно. Че ты ресурсы ты не пообрабатывал? Да чтобы когда я приплыву не мог лечиться, что ли? Повтори, что ли? А, краби, крабиков? Ну, и рыба, и крабы. Собираю для будущих танков, но мне штук 5 армий, я думаю, будет достаточно на всякий случай.
Куда отправить? Может, кто-нибудь Сандро войну объявит, чтобы от Женевы бонус не получал? Война и так объявлена. Только я не могу понять, почему с Америкой объявлена война, если мы с ним в союзе. Ты в союзе с немцем? А, ну так и я с тобой в союзе. Нет. Ты ж, я как? Ж кидал, ты отказывал. Нет, я принял его. Можешь посмотреть. Мы с тобой в союзе. Тогда, видимо, игра скинула на меня. Наверное, потому что я мы с тобой в союзе стопудово. Я как агрессор получился. Ну да. Ну тут логичнее, как бы, не знаю. Ну ладно, хрен знает, у меня игра такая получилась. Вообще, ну типа... Нечего тут. Грустная, да? Ну да, ну как бы просто на четвертом ходу человек говорит, как бы, нет, я еще не все прочитал, не все посмотрел, но как бы пора. У меня есть караван, который я посмотрю твою столицу, и я уже выехал. И типа, и что-то а-ля давай мириться, я ради об это делаю. Лёшка тут хотя бы вообще никаких претензий, он выигрывает, играет. А вот такая игра, что пароваться, это, ну, просто как бы... Трэш. Да. Катечка сказала сейчас. Класс, всадники просто убиваются. Да. Мне было интересно, останется или нет. И заключить мир. Я могу отдать Нью-Йорк и Филадельфию. Не, ну чё ты... А, Сандро хочешь отдать Нью-Йорк и Филадельфию? Да. Не, он не возьмет. Ну, подальше вы, может, не сможете докинуть из-за этого, я не знаю, как там... Нет, ну, это не дело, то есть... Тут не отдают так города. Тут могут отдать город, а если тот, кто тебя забирает, просто чтобы побыстрее, то это не очень красиво. Вот в обмен на то, что он с вами воюет и устраивает город и государство в Вашингтон. Хотя там даже военные лагеря нет. Вот теперь похоже. Да не, я не буду брать. Это нечестно. Ну, как бы. Я такое не практикую. Спасибо, но это неправильно. Это неправильно. И нового не ожидал, ответил бы точно так. Просто я удивлен этой войне. Вот честно могу сказать, но. Как есть, так есть. Какой войне у тебя? На войне? У меня союз с Америкой и с Германией. Но я же агрессор, напал на Германию. А ты объявил войну? Я объявил войну. Тогда я вообще не... Ну и смысл, ну окей. Ну а если я с тобой заключил военный союз, я хочу с тобой напасть на Германию, например. Ты объявляешь ей войну, а я тебе войну объявляю. Это как? Ну, может, привоять... Причем тут агрессор? Нет, вы, подожди, вы уверены, что у вас был реально союз, что у вас был там флажок висел? Был союз американский. Как бы... Может, он закончился на этот ход как раз? Клясться не буду, но... Был, я принимал стопудово военный союз с Америкой, и это было буквально недавно. Я еще абсолютно был уверен в том, что, ну, надо будет, я объявлю войну, да и все. Проблема, понимаешь? А получается какая-то хрень. Ну ладно. А уровень союза какой у тебя с немцем? Уровень союза. А, выше. Мы с ним дружим очень. Второй либо третий. Да, второй либо третий. Может, это повлияло? Может, сейчас даже скажу. У нас альянс второго уровня. Сейчас. Сейчас второго. Так, а где мой пингало сидит? Ну,
как есть. Шедети. Немец, то есть ты даже города мои не соберешь? Так отдаешь победу соседям или как? Слушай, мы договорились с немцем, что он берет Нью-Йорк и Филадельфию. Он не идет. Я ему даже сам войну объявил. Но все время же надо, чтобы подвести войск. Ну, ладно. Ну, ты смотри. Странно, как это будет. Я думал, ты подводишь тех пор, как я тебе объяснил, что... Ну ладно, 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 что мне раскладывается. Я думал, ты классный, да? Ну, примерно. Ну, по крайней мере. Я думал, ты неплох. В общем, у меня 10 литров, но ни одной селитровой шахты. Я не получил ускорения скаута. Подождите, а вот там вот выше шотландцы еще земли? Я просто сейчас вышел скаутом в чисто поле. Над Ромсбургом. Интересно, неужели тут так, как бы, я в тот другой город оставил? Так и есть. А там у ребят на еще одного человека хватает. Так и есть. Блин, ну это как-то, ладно. Так и грустно есть. Грустно очень. Ну, Грей же сразу сказал, что косяк. Косяк. Он сидит там. Да. А с Джорджем вы уже играли? Он постоянно так воюет просто или... Нет, в прошлой игре он до конца строил домики вообще полностью. Ему типа надоело с тех пор, и он... Нет, не знаю. Но это как-то просто... Блин, а чё у тебя нет монументов в городах, Invictus? Это для слабаков, наверное. Это специально, чтобы если тебя забирают, они даже буст по культуре не могли получить. Лёш, я обеспечил груз по культуре. Спасибо. Блин, почему Грей мне так не говорит? Качечка, я обеспечил тебе буст по культуре, приходи. Качечка, я обеспечил тебе костер. Приходи. Я знаю, что... Я не хочу. Вот так вот он примерно сказал. Да. И там действительно был костер. Так, что, кстати, с нефтью? Нефти... Как всегда... Гусары пошли. На территории... Крылатые? Бедно они. Тоже эти даны. 190. Дороговато. А как очки за войну считаются, ну, в плане те, которые... Чёрт. Показывать подробности. Пусто. Всё, я думаю, мне 3 хватит. За города даются захваченные, там разграбленные районы. Что? Просто... Усталость от войны? Не-не-не-не-не, вот Лёша же меня захватывает, у меня беспонтовые города. Он поднимает счёт. Ну да, 20 очков за город. Там что-то ещё население. Ещё
сейчас фантома обгонит и будет на втором месте после Сандро, как я понимаю. Серьезно, серьезная заявочка. 106-й ход, 151. Ну, как видишь, Нью-Йорк тоже быстро падает. А ты расстраивался. Что там немец к тебе не идет? Ну там-то Нью-Йорк без стен. Город был поставлен 20 ходов. Если не меньше. Серьезно было интересно. Привет, то, что там обсуждали по поводу Вархаммера, когда так сидишь. Ну, типа, я, наверное... Хотя с этими войнами я увидел ГГшек много. Ты... У тебя Филадельфия и Чарльстон — это все, что осталось? Филадельфия и Чарльстон, да. Чтобы мы не искали. Я уже выплыл поселенцем. Шучу, конечно. Это надо, надо. Просто такое изнасилование всю игру в плане получения удовольствия от игры. Печка, оставь себе. Да, не очень приятно. Я заберу 3 города и уйду. Краков, ты со мной пойдет? Ну, я туда посажу губера. Я буду сбивать их артой и забирать обратно. Я удивлен, как мы так долго Микисик пацик брали, потому что когда я с ним воевал, то есть мы одно время на равных, а потом просто. Чикаго зашел больше по площади. Ну все просто. С моей стороны закрывают холмы и джунгли, и я подхожу, и он обстреливает кучей арбалетов меня. А, ну то есть он вас не перекрыл. Я тебе могу сказать, что он уничтожал арбалетами корпуса арты у немца и корпуса рыцарей. А арбалеты у него просто обычные, ну в смысле, ну прокачанные, да. Ну давайте, может, сейф делать до завтра, собственно. Давайте мы сейчас американца вынесем, чтобы он не приходил уже. У меня же столица, я в любом случае не надо. Ну, в смысле, чтобы вообще не было американца внутри игры. Почему я не могу атаковать броненосцем твою подводку? Не знаю, может, у тебя там 2 броненосца в городе? Откуда? Нас заговоренная, понимаешь? Ага, точно. Ты был прав. Ну смотри, моя вещь, но я... Немножко. Не слаб, слаб для тебя, слаб. О. Я слаб для тебя, конечно. Ты меня я круче боюсь. Всего сделал, меня убьют, не смог. Тут. Ну пытался. Города были сильно жирные, надо было сначала флот убивать. А ты города бил, а потом юниты не могли ответку кидать, я их вырезал. Так я там пытался тебе топы, там не знаю, что тебе было, ты меня сносил, будет больно так бил. Да. Ну, юниты прокачанные уже, плюс карточка на 4 для броненосца, понимаешь, от олигархии наследие. Там Виктор еще сидел, вот в этом городе, в Стольном, Виктор сидел, еще плюс 5. Ну, больно видели. Ну, ты же стоял на клетках. А можно задать нескромный вопрос про следующую пятницу? Ладно. Да я шучу, задавай, конечно. А про следующую пятницу? Просто все нужно столько направиться. Хотелось бы адаптироваться. Ты так и не задал вопрос. Пиши. Нет, следующую пятницу, понятно, что вопрос. Это игра. События создаешь?
Я не понял вопрос, честно. Он не задал вопрос, вот и все. Следующую пять. Если вы играете? Да? Нет? Да. Событие создается, и ты либо сам создаешь, либо на чужие отвечаешь. Все, следующим ходом можно сейв делать. Всем спасибо. И тебе спасибо. Спасибо. Нет. Вот теперь вас согласен. Доброй игры. А, ну вы в принципе сейв говорите, но это на будущее. Злая игра была. Надо на восьмерых, мне кажется, играть, потому что 10 это что? 10 это много. Да. Мы часов говорили. Ну так, нет, стоп, давайте подожди, вы же потом предложил, давайте голосовать. Нет, ладно, хорошо. Ну, в принципе, попробовали, это же мы уже много раз пробовали. Надо было проявить характер и выгонять. Так ты же хост, правильно? Конечно. Вы же не сопротивлялись, но надо же кричать «нет». Так, сколько у нас? Минус 3, да? Не совершаешь. Араб, у тебя есть еще города поблизости? А что ты не заметил, кто еще умер? Грей? Вот сейчас Ацтек, еще умер. Ацтек, Кри и Америка. А кто был Кри? Жоржо. Жоржо. Вообще непонятные для тебя слова, да? Никого не встретил. Где эти люди? Шарик не дали. Никакого праздника. Ну, пытался я с Хачкой повоевать, но... Кишка только у меня, качку. Да, нормально. Надо было тоже на аранкладах выходить. Ты тогда перебил мой флот. Не, ну видишь, Грей... Конечно, если бы мне Грей конкретно бы сказал, я бы с тобой не делал бы союз. Возможно, ты бы не нападал на нас. Ну, конечно, не нападал. Потому что с твоей стороны тебе было бы тяжело. А Грей что промямлил, ничего конкретно не сказал. Мне ему предлагал, Грей скажи... сказал, что ты ничего не сказал, понимаешь? Не, ну я же сказал Грею, Грей, скажи мне конкретно. Скажи мне, будет... скажи, Грей. Грей промолчал, Грей вынес тебе меня выносит. Могло быть все по-другому, бы сидели, развивались, и потом бы да нет, в Украине не было бы науки, и я бы на аранклады. Было бы легче. Ты бы меня бы в сон был вынес, братанка, в любом. Не факт, сейчас уменьшишься. Слушай, классное озеро у тебя. У меня? У меня Виктус. Так, мне сколько надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть надо. Раз, два. Три. Четыре.
5. Ой, Халецкого кидается. Блин. Что? Караван в тебя кидается. Ничего себе. Это бросается прям или. Да. Ура, Халецкий. Да, и да, дружить. За экономический союз и двор стреляю. У тебя есть уже экономический? Экономический у меня с арабом. Ладно, надо повысить. Во что гусары апаются, кстати? Танки. Да. Ну, у меня там черепаху, кстати, надо. Да, там. Давай обработать. Уже, наверное, все-таки по-честному, что там, пожалуйста, наверное, стоит остаться, да? В смысле, не понял тебя? Я. Вон в чате человек пишет. В чате человек пишет, да. Ну, блин, я же говорил, араб, вон сено, лояльность начинается. Ну это потому что ты в нормальном, а я в золотом. Ой, блин. Просил же не брать Карфаген. 5500 мощь кассового Сандровщика. Но все равно падало. Это мощь просто Сандра мощь. Что классика. Падало бы? Ну, сено бы падало, если бы ты взял Карфаген. Правильно. Взял бы Карфаген. Если бы я бахнул там на две клетки выше город. Он не виноват, это мета такая, понимаешь? Если их не так играть, ты ставишь. Шоколад ни в чем не виноват. Пишите письма, клейте марки, короче. Я не найду Шотландию, похоже. Ну зачем тебе? Я еще успел посел вывести. Одного посела купил. В Кракове. Он пропадет, если город последний. Нет, так там же поставят его потом где-то, но. Да не очень. Ну, почему? Посел сделал просто будет. Ты, наверное, хочешь убежать в другой конец карт. Где-то в середине немца поставить город. Ай, блин, не хочу Виктора пересаживать, так. Но придется. Приветствуется, наверное. И плюс 2 станет лояльность. Нет, точка, до того, как мы с тобой еще начали войну, я же там поставил города. Где там? А был бы я в черном веке, вообще, да, наверное, тут нет, думал, сурово бы все отваливалось. Не, зачем мне? У меня здесь только земли, поверь. Мог поставить еще 4 города. Минус 25% от непостоянной лояльности. Надо поднять лояльность, чтобы тут лучше стало. Давайте монумент еще построим.
Нидерланды-то в Уране уже. Так и Артём там. Ну, у него я Уран не видел. Не могу сказать наверняка. Видимо, где-то там. Важно сюда вот юнит поставить, и резко лояльность в плюс пойдет. По идее. А может и нет. Тогда надо будет тут держать этих ребят, чтобы постоянно отбивать этот город обратно. Просто местовасис очень большой, и, по-моему, у кого были немца... сомнения насчет меты? Золото. А что там с метой? Ну, как всегда, танки, арта, шарик. Тогда я об этом давно говорил. Это единственный путь развития в шестой циве, ну, да. Ну, просто надо, может, было как бы немножечко заставить каких-то юнитов подстроить, чтобы у него не было столько денег, чтобы он не мог на 5000 апнуться. Ну, что ты мне говоришь? Я даже не вижу его границы. Вот что сосед у него немец. Германия... Что значит на 5000 апнуться? Кальчик, про что ты? Ну, у тебя 5000 войск сейчас. А, ну так... Я старался. А вот юниты у меня были всегда топ первая армия. Что подстроить еще мне нужно было? Ну, чтобы ты хотя бы апнулся. Знаешь, там немножечко я апнулся. Воевал. Нет, раньше. Ну, раньше. Мушкетеров, допустим, апнулся. Ни одного мушкетера, чтобы города выросли. А здесь. Немножечко повоевать. Чуть-чуть. Так получается, все силы убрали, а ты Д'Артаньян, как всегда, собственно. Что? Ну да, ну, так всегда у него в игре. Я не знаю, почему вот ему всегда так везет, я не знаю. Потому что он как не везет? Нападает ни на кого. Он как просто везет? Сидит вот до танков и все. Окей, прошлую игру последнюю вспомнил. Ну вот, смотри, окей, Сандро, если бы ты был сейчас за Америку, вот был бы ты сейчас за Америку, или тебя бы упоролся Кри вот этот. Я бы взял и раскрошил бы человека, который пришел бы ко мне, напал бы на меня, на этого глупца бы посмотрел и смеялся бы. Ну так ну сейчас как? Бы ты у тебя не ты было столько войск. За Америку ты строишь просто генерала и уничтожаешь все этим роботом. Ну как, ну что, нет, что ли? Ну все же играли за Америку, все знают, что это такое. Сколько там, 60 силы, да, качка в темном веке в Америке? А, плюс 18. Ну там, генерал, ну, то есть там не... Генерал, там не... 23, плюс 30. Там херня, которая не вывозит 31. Вообще. То есть просто ты, ну, ты не можешь проиграть. Просто не можешь. 61, Сандро, по-моему. Ну вот, 61 у тебя мечник. С караваном как можно 64. Проиграть? Объясните мне, как можно проиграть? Спроси. Дело не в, не в проигрывании и в прочем. Мы тебе говорим о том, что ты сидишь до танков и арты, на тебя никто не нападает никогда. Вот что этого никогда не происходит. Не обвиняет тебя, что ты идешь туда. Это, ну, правильный выход. Выглядит это типа так, что, ну, я вот подружился. Так немцу предъявите, что он не нападал. Мы что вы? Предъявляем, мы соседям говорим. Ну, а, понятно. Я же не знаю, говорю, можно уже не первую игру одно и то же происходит. И все равно... Тут же есть Леша смотрят, там, не знаю, был сериал «За Рим», не был. Просто вот сидит, выходит. Вторую игру то же самое, никто... ладно, там у тебя соседей не было, но здесь у тебя 4 соседа. Ой, 3 соседа. Это то же самое, как и Сарчи, вот это вот. Человек сидит с 4 соседями, трое ему кидают дружбу, и он нападает на одного, и потом по часовой стрелке всех остальных забирает. Миллион раз такое было. В каждой игре все равно. Да, проблема соседей, значит.
Ну, шукачки тоже были плохие соседи. Хорошие соседи, мы провели отличную игру, мы повоевали. Да, весело было. Я победить. Но наши с тобой скиллы — большая разница. Ты тренируйся. Ну, видишь, я же подготовился, но почему-то не пошло. Конечно. Ну, поздно. Надо было Дарил Кладов уже сидеть, чтобы мы на равных юнитах были. Нет, ты же у меня был впереди по науке-то здесь. Да, немножко. Ну так я же видел, что ты мне впереди по науке. Если бы я сейчас не пошел бы, у меня был единственный шанс пойти сразу после окончания союза. Ну, это мой единственный шанс. Чем больше, ты бы больше бы набирал бы науки и выходил бы в танки. Я до сих пор вот в танки не вышел. Да, может, тебе тоже не нужно, не знаю. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!